Министерство обороны не имеет никаких отношений с поставщиком некачественной тушенки. Об этом журналистам заявил представитель министерства Дмитрий Марченко. Он отчитался о том, что некачественную партию консервов, больше похожих на отходы, уже изъяли. При этом полковник подтвердил, что компания-поставщик «Адамант-2000» до сих пор снабжает бойцов на передовой своей продукцией. Договор с ней подписали посредники. По словам Марченко, виной всему несовершенное законодательство, поскольку поставщики продукции сами решают, какие образцы подавать на экспертизу. И некачественный товар они, конечно же, в лабораторию не отдадут. За решением министра обороны выехала наша группа, сделала выемку, сильно проверяя, поставляемую продукцию, вскрывая ее. То есть поставщик, который заказывает у будь-якого поставщика консерв любую продукцию. То есть Министерством обороны было заборонено використання данной партии продукции. Это все, что мы можем сделать, згідно чинного законодавства.